Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад сегодня вас приветствовать на концерте студии хореографии «Этюд». Студия «Этюд» на сцене более 25 лет. Коллектив не очень большой, но зато мобильный, и календарь выступлений очень насыщенный. Репертуар студии разноплановый, но, как говорят, на любой вкус и возраст. И на данный момент в репертуарной копилке свыше 100 номеров. Но, сами понимаете, учитывая временный фактор, конечно, все показать на сцене сегодня нереально. И поэтому сегодня они с большим удовольствием предоставят только новое и только самое любимое. Сегодня вы увидите выступление выпускницы «Этюда» Ангелины Никитиной, которая очень любима коллективом и которая постоянно с ним на связи. Негласный девиз студии «Этюд» – не количество, а качество. И это участники поддерживают свои работы на международных конкурсах. Наградой за трудолюбие и упорство в этом сезоне является 5 первых мест на международном конкурсе «Лето в обзоре», что в Болгарии. А на конкурсе «Северная Венеция» в той же Болгарии коллектив получил гран-при. Теперь у них есть своя Ника. Неделю назад «Этюд» вернулся с конкурса в Таллине, где занял 3 первых приличных места. Ну, работа в студии еще в этом сезоне не заканчивается. Предстоит ответственнейшее выступление 8 мая на Ихтинском балетном фестивале. Ну, а в июле студия «Этюд» вновь отправляется в Болгарию на международный фестиваль. На этот раз это будет город Созополь. И, конечно же, их ждут выступления в родном городе. Студия хореографии «Этюд». А сейчас для вас танцует Дарья Шепелева. Thank you.
Сухого. Thank you.
Танцует Лия Йосипсон. Thank you.
Thank you.
Thank you.
чувствую все живое зимнее приближение. Деревья в испуге стоят, боятся преображения. Так не хотят они расстаться с прекрасным нарядом. Только рябины одни гроздевых битвы рады. Ветер уже ураган, листья срывает с веток, выстудят все кругом. Он не жалеет о лете, чаще слышится нам птиц перелетных стон. Как не хотят они вновь покидать свой дом. Солнце не греет уже, только лишь праздник светом. Лужи в скалах устали, живое плачет в полете. Thank you.
танцует Екатерина Давыдова. Thank you.
Карапузов освоит быстро эту сцену. Лет 10 попотеть придется, чтоб нашим старшим стать заменой. Вся на сцену выхожу, вся в страхе и вижу, во мне в космос.
Золотые тапочки дарим вам на лапочки. Кто в этюд будет ходить, сможет свой тэ крутить. Тапочки еще большие, не ошиблись вы с размером. Как до них вы дорастете, станете другим примером. Поздравляем вас, премьеры. Правда, с ними вам не страшно? Сколько звезд вновь засияет хореографу, так важно. Что значит слово «мама»? Что для нас она? У каждого ребенка мама быть должна. И ничего на свете нет дороже, ведь мамочка любить так крепко может. Не выразить все чувства к маме мне, она – моя отрада и защита. Тихонько у кроватки при луне, о, сколько было мамой слез пролито, а сколько мне советов принесла, таких теперь бесценных и толковых. Я буду помнить их всегда-всегда. Как прежде буду ждать советов новых. Никто меня так нежно не любил, а больше никому не удастся. Тебя, родная, я люблю до слез. Любовью вечной моей тебе воздастся. Из зала выгнать нереально, готова каждая блистать, и их готовность так похвальна. И подрастая не ревут, хотя бывает очень больно. Концерты любят и так ждут, и этой группой мы довольны.
пальчики ладошки, давным-давно уже не кружки, освоив классики багаж, в их танцах есть всегда кураж. Любая музыка подвластна, их грациозен каждый шаг, а если что-то очень сложно, сжимают пальчики кулак. Красивой, твердой рукою хочу девчонок я назвать. Мы любим их, гордимся ей и ставим за работу 5. Thank you.
Катя! Кристина! Варя! Настя! Лера! Юля! Постановщик, автор стихов, прозвучащих в концерте, руководитель студии Лилия Куликова. Первый помощник, соратница, концертмейстер студии Галина Топер. Я приглашаю на сцену директора Центра культуры Алексея Иванова. Уважаемые зрители, дорогие участницы коллектива, дорогие девочки, я вас поздравляю и говорю вам огромное-огромное спасибо за этот праздник, который вы сегодня подарили, за это многообразие образов, стилей, за красивейшие костюмы, за это музыкальное оформление. Вы все большие-большие молодцы, вы действительно продемонстрировали, какая огромная работа была проделана, подарили столько новых номеров сегодня. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что главная заслуга в этом, конечно, все-таки вашего руководителя Лилии Худяковой. Спасибо вам. Также я хочу, конечно же, поблагодарить вашего концертмейстера, помощницу Галину Доктор. За всю эту красоту, за эти замечательные костюмы, богатые, которые мы видели, мы благодарим костюмера, шью Веру Гуданову. Вы все-все-все большие молодцы. Но, конечно, отдельно нам хотелось бы выделить основной состав у сегодняшних солистов. Их отдельно поблагодарить. Это Юна Черняева. Анастасия Купцова. Лия Йозепса. Дарья Шепелева. Мария Барсукова. Мы благодарим также давнего друга коллектива, воспитанницу Ангелину Никитину. Конечно, здорово, спасибо, что вы все пришли, все поддерживаете. Здорово, когда в коллективе есть так называемый родительский комитет, те родители, которые болеют душой за все происходящее, очень помогают. И мы хотим поблагодарить Людмилу Купцову. Наталью Купцову. Ребята, все те, кто помогал в организации проведения сегодняшнего концерта, это звукооператор Максим Ермаков. Светооператор Эдвард Тимоско. Благодарим за музыкальное оформление Александра Малышенко. Благодарим сегодняшнего ведущего Александра Улитина, а также помощников Тимура Худякова и Романа Васильева.
Дорогие друзья, ну что же, вот тут у нас еще один маленький сюрприз. Это родительский комитет и наши солистки. Прошу. От лица родительского комитета и от детей мы хотели бы поблагодарить за великолепные костюмы нашего костюмера Веру. Просим ее на сцену подняться. Галину Кофер и преподнести ей небольшой подарок. А также хотим поблагодарить нашего руководителя Лилию Худякову, без которой не получился бы такой великолепный концерт. А теперь еще слово предоставляется Юне Черняевой. Уважаемые зрители, искупаем студию хореографии «Этюд» в цветах и аплодисментах.